Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Закончится? О, да, закончилось. Это, конечно, хорошо, это меня радует, но еды-то нету, чтобы прокачивать. Прикинь, хавчика нету. И, кстати, знаешь, что я тебе скажу? Что Птеранодон скоро у нас выведется на 40-й уровень, да? Это будет круто. Это будет просто супер круто. Ну что, давай надеяться, что и этот у нас тоже созреет. Нет, уинозавр не созревает. Не хочет. Ему нравится здесь быть в инкубаторе. Ну что же, флаг ему в руки, пускай сидит тут до посинения. Ну а мы глянем, что у нас тут происходит. Все по-кислому. Как ты видишь, 4 часа 13 минут. Тут 5 часов 40 минут. То есть вот этот птеранодон нам, в принципе, как бы и не нужен. Потому что у нас и так хватает, чтобы перевести до 40 уровня. Ладушки. Так, здесь забрали награду. Использовать 3 ускорения. Это мы сделаем позже. Сделку. Давай посмотрим по сделке. Нам нужна еда. Нам нужно еды просто море. Вот, например, очки доверия на 1 000 000 с лишним еды. Блин, ребята, их хочется и я не знаю, что делать. А другой есть вариант какой-нибудь, а? Есть какой-нибудь другой вариант? Наверное, нету. Наверное, не будет. Ну что, соглашаться, что ли, а? Соглашаюсь. Соглашаюсь, ребят. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вот по такому принципу я и пошел. Ну что же, где у нас ихтиостега? Я тебя сейчас буду прокачивать. Да-да, на этот раз ты не отвертишься. Вот что я тебе скажу. Не отвертишься. Вот она, друзья мои. Раз, два. Ну неужели? Неужели у нас это свершилось? Ну что ж, теперь делаем слияние. Вот оно. Сколько? 500. Слава богу, у нас есть. Наконец-то, друзья мои. Наконец-то мы начали выводить Тут я уже запинаюсь. Раджастегу, конечно же. Все. Я доволен как удав. Мы к этому шли очень, ребята, долго, если честно. Очень долго. И наконец-то дошли. Я, наверное, знаешь, что даже сделаю ради такого радостного, надеюсь. Хорошо, хорошо, давай еще разок. А вы специально сейчас будете выкачивать из меня, да, доллары? Нет уж, я просто думал, ну, мало ли, вдруг получится сразу же сделать, но, видишь, как всегда, нет. Зато мы с тобой сделали вот эти вот 3 ускорения. Так, открыть наборы карточек, собрать 3 мода. Давай посмотрим, что у нас там в модах есть. Будем тратить с тобой, естественно, деньги. Поехали. Давай, давай, давай. Не бубни там. Так, Дельта нам подкидывает прочную кожу. Окей. Давай дальше. Здесь нам достанется... Дала бы ты лучше пак мне все-таки, в конце концов, а? Нет, не хочешь? Достается нам кровожадность. Ну и давай тогда вот так вот сделаем. Здоровски. Так много, ребята, денег съедает все это дело. Бодрость увеличивает запас ОЗ на 500. Это очень хорошая карта, ребят, на 500. Так, мы это сделали. Ну что, у нас, давай посмотрим, что за событие. Опять тут код 19. Кстати, ребята, кто-то спрашивал: Рэй, а как проходить код 19? Ребят, ну, код 19 проходится, выполняя определенные задания. В данный момент, например, здесь нужно что? Например, нажимать последовательно. 1, 2, 3. Там может быть 4, 5 и 6 и так далее. То есть, вот так вот. Не рано, не поздно, а именно вовремя нужно нажимать, и все. Также есть бегущая строчка внизу. Есть, там, протащить, например, какой-нибудь, как сказать, протащить, например, кругляшок к финишу, да, тоже есть такая. И не вывести за контуры. То есть тут очень много таких вот специфических заданий, но вот таким вот образом оно проходится. Это специально для тех, кто вдруг не знал. Так, что у нас там... Давай посмотрим на события. Так, визит важной персоны. Это круто. Схватка редких, четенько. Так, здесь у нас только для VIP. Кстати, у нас до сих пор еще дрожь земли идет, ребят. Дрожь земли. А здесь, наверное, да, здесь будет очень мощный. Ну что, пойдем, наверное, в дрожь земли. Как думаешь?
Повоюем чуткарика. Тряхнем, так сказать, стариной. Ну что, кого возьмем? Ну давай начнем. Птеранодон, к примеру, да? Дальше Таниколагриус плюс Стегоцератопс. Просто глянем. Но мы с тобой находимся как бы в высшей лиге сейчас. 100% будет очень жарко. Ты глянь как, а? Такс. У архозавра против нет, так дело не пойдет. Тут, естественно, нужно сразу делать замену. А он сейчас поменяется на этого, скорее всего, да? А это кто у нас? Что за птичка? А, это Птеранодон мод 2. Это уже идет легендарка. Бриллиантовая. Я тебе говорил, что он будет меняться? Конечно, будет. Ну, давай тогда атакуй. Почему-то не стал. Ну что же, я вернулся. И я возьму бонус. Вот это плохо. Если он сейчас поменяется на уэрхозавра, и тот еще и сделает две атаки, то он меня просто сейчас замутузит. Но он этого не стал делать. Поэтому сделаю я. Проверка. Так, ему крышка должна быть. А, нет, тут 516. Ну да, да, ребят. Немножечко обделались, совсем малость. Ну что, будет меняться, скорее всего, сейчас. Да, он будет меняться на мастодонозавр. Мастодонозавр, естественно, нас ушатает здесь. Ну и... Сколько нам нужно? Две атаки по нему провести, да? Раз. Я, кстати, не помню, сколько он... Блин, сколько он по Таниколагрису сделал. Ай-яй-яй-яй-яй, забыл, ребята. Ладно, на всякий случай сделаем так. Блин. И двух атак бы хватило, да, получается? Уэрхозавр, твою дивизию, ребята. По-моему, нам крышка. А этот, к сожалению, не сможет победить уэрхозавра. Как бы... Хотя, подожди, 123 хп? Почему не сможет? Сможет. Раз. Два. Раз, два. Давай, 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 топчи его. Нормально. А теперь посмотрим, что тут. Птеранодон. Тьфу. Ребятушки, сейчас мы его раздавим. Просто раздавим. Я даже не думаю, что он будет тут выпендриваться особо сильно. Угу. Раз, два, три. Раз, два. Проверим. Ну. Шесть. Если он сейчас атаковать не будет, буду атаковать его я. Ну что, попробуем? Вот и все, вот и крышка ему. Замечательно у нас получилось. Все очень даже хорошо. Так, сколько у нас это событие еще будет длиться по времени? Я вот не посмотрел, к сожалению. Именно сколько там дней, минут, часов. Так, мы с тобой берем 89 место. Я просто в надежде, ребята, играю того, что хоть раз мне выпадет пак. Нет, мне дают деньги. Короче, что-то я передумал, я в плане не то, что передумал играть в Дружимбри, я захотел, ребята, подраться здесь. Подраться здесь. Так, 30-й, 39-й это. Ага, значит, здесь мы возьмем с тобой Диплотатора. Я думаю, его здесь одного достаточно будет. Плюс я возьму, наверное, Эдиоморфодона. И, ко всему прочему, возьмем... А что мы, ко всему прочему, возьмем? Ну, давай, наверное, еще... Карнораптора. Нафиг он нам нужен, этот Карнораптор, да? Пеликанептерикса возьмем. Вот так вот, поехали. Я просто подумал, мы сейчас с тобой на арене проиграем, все это сольем, а тут же можно получить и деньги, и еду, и очки доверия. Поэтому я решил, что паки все-таки выгоднее для меня. Ну что, начнем с атаки. Да, Дилофозавр мод 2 такой довольно живучий. Довольно живучий, ребята. Меняется.
Ну что же, флаг ему в руки. Атакует, конечно, немало, не кисло. Эдио Морфодона возьму. Да, я возьму Эдио Морфодона и звездану еще разок. Так, и сейчас посмотрим. Ну, у него 382 к атаке. И что же ты собрался делать, парнишка? Что же ты собрался делать? Я так понимаю, ты собрался отдуплиться, наверное, да? Ага. Так, велоцираптор. Не хватит тебе, парень. Ох, не хватит тебе. А он, видишь, он сильно не старается. Он сильно и не старается. А давай я рискну. Ушатываем. Ну что, остапозавр. Да, 6 очков, я не спорю. 6 очков тебе хватит меня забомбить. 4 хватит даже. О как. Даже 4 ему хватило. Ну что ж, мы попробуем вот так вот сделать. И, наверное, ему кранты. Все. Все, ребятушки, запинали мы его. Причем практически без проблем. Без проблем прошли этот поединок. Но это, как ты понимаешь, только первый был. Тираннозавр, тираннозавр, эдиоморфодон. Но тут дилемка небольшая. Нам нужно будет взять с тобой нундагозавра по любасику, как ни крути. А вот против эдиоморфодона здесь возьмем, наверное, апатозавра. Я думаю, что он должен, в принципе, ну да, составить конкуренцию. И, наверное, на всякий случай, на всякий такой непредвиденный случай, мы возьмем... Да, эдиоморфодона, наверное, я возьму все-таки. Сейчас посмотрим. Наверное, так придется сделать. Вот так вот. Тут 11 уровень, тут 10. Погнали. Я знаю, что он 100% поменяется. Ну, и вначале я успею ему щелкнуть в челюсть своим хвостом. А дальше пускай он меняется. Угу, поменялся. Атаковать жаль. Жаль, что он не стал атаковать. Мы меняемся тоже. И берем бонус. Да-да-да-да-да. Ну что ты, парень, тебе придется меняться на тираннозавра, естественно, ребят. Ну, тут, конечно, сейчас у меня две плюшки прилетит. Странно, он ничего не стал делать. А если я возьму вот так вот? Если я возьму вот так, например, и... просто влуплю тебе. На. О да, о да, мальчик. Давай, нападай. Сейчас получится у меня звездюлей. 3, он 2 очка действия себе оставил, да? Так сказать, на сладенькое. 2 очка действия он себе на сладенькое оставил. Поэтому, наверное, нам надо сделать следующим образом. Раз, два. Даже, наверное, все сделать в защиту. А там пускай он меняется, что хочет сделает. Поменялся, да? Атаковать будет? Атаковать не стал. Блин, жесткий чувак. Атаковать не стал. Проверим. На прочность. Ага. Вырубили. Так, эдиоморфодон выползает. Естественно, получает львиную долю очков действий. 6. 3 у него в запасе получается, да? 3 у него в запасе. Раз, два, раз, два. Давай я так сделаю. А он ничего не стал делать, да? Хорошо. Раз, два, три, раз, два, три. Проверка. Ну что, на следующем ходу тебе крышка, парень. Или крышка нам, посмотрим. Завалит, что ли, неужели? Ха-ха-ха-ха. Ну, гаденыш, лови подачу. На тебе. Дрещеныш мелкий. Получил, короче, ребята, он по шеям. Ну и мы с вами
Двигаемся дальше. Так, последняя у нас тут битва. Тираннозавр, блин. И Игуанодон. Игуанодон. То есть тут придется еще брать хищника. Опять же придется нам... Ого, а что ты так дорого стоишь? Ты очень дорого, 120, блин. А мне без хищника здесь делать нечего, ребят. Точнее, без... Ты понял. Поэтому придется брать все-таки. Придется его брать. Дальше мы возьмем, наверное, с тобой птеродактиля и Раджастегу. Да, именно вот такая вот команда будет. Раджастега. Естественно, я сразу хлопнул. Сразу же. Сейчас заелозит, заелозит. Поменяется на Игуанодона. 100% я говорю. Игуанодон еще сделает мне удар. Это я не прощу. Ответку. Так. Че ты там заелозил? Меняешься? Ну меняйся, меняйся. Так, меняется. Давай-ка я вот так вот сделаю. И две тачки. Посмотрим. Жаль, жаль, конечно, не пробили. Ладно, по-моему, нам... Моему птеродактилю сейчас, конечно, будет кранты. Ну, ему тоже сейчас будет жестко. Раз-два. Раз-два. На-ка тебе. Чтобы не гундосил тут. Блин, ребят, по-моему, сможет... Ага, ничего он такого не стал делать. Ну что, я нокаутирую его, наверное. О, да. Ну что же, тираннозавр мод 2 появляется. 5 очков действия. Ему потратить надо будет 2. А он тратит 3. Потому что он не знал, что у меня здесь стоит на бонусе. И все, и наш нундагозавр истребляет тираннозавра мод 2. Все, ребят, все сделано как в азбуке Рея. Все расставил по ноточкам. Ну что, ребят, давайте забирать нашу награду. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Сколько? Отлично, 500. О, оно еще и умножается, 1000. То есть 1000 мы с тобой вернули, и слава богу. Так, теперь у нас... Что тут такое? Ага. Теперь у нас есть еще там одно событие. Кстати, а тут на випке что у нас, я забыл? Ага, понятно. Тут у нас есть еще одно событие. Супер редкие. Супер редкие, поэтому я думаю, наверное, ребята, тоже можно здесь немножечко себе побаловать. Ну что, начнем. Спинораптор. Против летающих мне бы, конечно, травоядничка какого-нибудь, а он у нас всего лишь один. Значит, спинораптор. Стоп. Капразух. Спинораптор. И еще спинораптор. Вот так вот сделаем. Выкрутился, да? Да, капразух тут, конечно. Ладно, а что делать? Выбор невелик. Ну что, будет он меняться, интересно, на... Нет! А ну-ка еще разок тогда. 4 очка действия. Ну сейчас поменяется, 100%. Так, ну что, мы его добьем сейчас, конечно же, ребят. На изи. Раз. Раз-два. Иди отсюда. Оу-оу-оу, подожди. А чё я ступил? Ой, ребята, вот это я ступил. Вот это я ступил. Ребята, если бы вы знали, что я тут сейчас сделал. Ну, фейл тут. Фейл. Это же надо было так сделать. Такую глупость. Я попутал. Я здоровье попутал. У него уже целое было. А я с этим, со спинораптором попутал его, прикинь. Твою дивизию, да.
Вот это я сглупил. Ну что, пара за Уралов, да? Да, именно он. Мы выживем, выживем, ребята. Но ему сейчас крышка будет. Лови, парень. Просто чудом. Чудом прошли. Это же надо, блин, я одну атаку поставил и... Ух, да, это было жарко. Ну что же, давай дальше смотреть. Стегозавр и Раджозавр. Ну, тут понятно. Тут, наверное, нам придется брать спинораптора. Жалко, нету больше у нас. Есть капразух, но он маленький, не прокачанный, не шиша. Может быть, велоцираптор брать? В принципе, можно. Можно взять его, велоцираптора и... И кого-нибудь. На миско мы, наверное, сделаем вот так все-таки. Велоцираптор мод. И велоцираптор. И вот, блин. И вот, и вот, и вот так вот. Все, поехали. Ну, понимаешь, да? Первый это будет миско. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, естественно, наверное, шлепнет по нам. Скорее всего. Нет, он меняет. Друзья, он меняет. А я сделаю вот так вот. Ты гляди-ка. Хорошо, а если я вот так сделаю? Сколько же ты будешь сливать? Понятно. Одну очку действий, ребята, он сохранил для себя. Раз, два, 3, 4. Вот так вот мы сделаем 4 плюс 1, 2. 1, 2. Вот так вот. Хорош. Давай следующий. Вышел. Не пробьет, даже если он потратит, ребят, 4 атаки. Но он этого не стал делать. Поэтому погнали. Ушатываем. Ну, я уж думаю, с этим-то мы справимся, ребят. Со стегозавром. Сколько ему нужно влепить мне? Он все будет спускать. Ну, а у нас тут сам, знаешь, кто есть, да? Спинораптор с хорошей, отличной атакой, который просто его уничтожит. Все предсказуемо, ребят, все предсказуемо. Главное знать свои сильные стороны. Так, ну что, и последний у нас поединок. Air Titan. Здесь, понятное дело, опачки. Сделаем с тобой так. Так. Блин. Погнали. Погнали. Так, Air Titan против Тропиогоптера. А, так у него... Подожди, сейчас посмотрим, что он будет делать. Меняет. Мы тоже, ребят, поменяем. Поменяем мы вот так вот. И бонус возьмем. Ну что, парень, ты посмотри, сколько у меня атаки, сколько у тебя. Но он все равно... Все равно решил выпендриться. Поехали. Уничтожение. Так, скалозавр вышел. Ну, давай посмотрим, что ты сделаешь. Он ничего не стал делать. Поэтому мы вызываем вот этого парня. Раз, два, три. И бонус. Ну, не пробили чуть-чуть. Ладно, ничего страшного, ребят, ничего страшного. Должен все равно он все слить. Сливает все подчистую, прикинь. Все подчистую слил, поэтому нам будет... Так, 547 хп у него. 547. Вот этого более чем достаточно. И пробиваем его. Ну что, Air Titan, иди сюда. Да, возможно, ты меня здесь сейчас ушатаешь. Но... Даже не стал. Тогда уж извиняй. Я уж не отступлюсь. Все, ребята, великолепно сыграли.
То есть это событие мы прошли с вами полностью. Соответственно, забираем награду. Награда так себе, дешевенькая, но... Вдруг... Джетс. Закрываем. И... Так, что нам еще? Сюда пойдем. Так, подожди. Угу. Вот оно как. Ладно, хорошо. Здесь, значит, сделаем следующим образом. Индрикотерий. Эриматерий. И против амфициона возьмем... Подожди. Ну, Келлинкина брать, наверное, придется, да? Келлинкин? Да, придется брать Келлинкина. Только вот я думаю, против сумчатого льва нам, наверное, лучше взять амфициона. Поехали. Как всегда, мы на эти поединки потратим всего лишь 30 очков доверий. Но получить должны в разы больше. Тем более они тут ватные на один удар. На. Так, сумчатый лев. Ну, тут понятно. Тут понятно. Сейчас пропишет мне по полной программе, да, скорее всего. Да, прописывает по полной программе. А теперь посмотрим, что сделаем мы. А мы сделаем с ним следующее. Вот так вот просто. На 210. А, 260. Амфицион против амфициона. Естественно, он нас тут вырубит. А, нет, не вырубит, ребят, не получится у него. Не хватит духу. А теперь и подавно не хватит духу. Да хоть ты тут закачайся, у тебя все равно ничего не получится. Ну, попытки какие-то тут хочет сделать, но бесполезно, ребят. Вот так вот. Ну что же, первый поединок. Двигаемся дальше, на второй. Смотрим. Так, Эриматерий, Дедикурус. Ну, здесь, наверное, возьмем Гасторниса. Против Дедикуруса мы возьмем... Подожди. А, ну тоже получается, да? А против оленя пойдет Эриматерий. Ну, и на всякий случай можно сделать даже вот так. Поехали. Я не знаю, зачем я взял синтетоцераса. Ну, пускай будет. На разочек, как говорится. На. Упал. Так, Дедикурус, 72 к атаке. Я сомневаюсь, что он будет выпендриваться. Скорее всего, поменяется на оленя. Ты гляди-ка, а? Ты бесстрашный, что ли, парень? Я не понял. На. Стоит он мне там. Лясы точит. Ну что, гигантский олень. Да-да-да-да-да, я даже не сомневался, что ты именно так сделаешь. Ну а теперь Эриматерий, давай, родной. Покажи ему, почем фунт лиха. Вот и все, шпана раскисла. Ну а мы двигаемся с тобой дальше. И последний у нас бой будет. И причем нам есть с кем подраться. Вот что самое удивительное. Так, сумчатый лев. Против них пойдет у меня Пахонтус. Ой, Пахонтус. Пахонтус, конечно же, ребята. И... Так, они тут все. Они тут все в одной, ребята, копилочке, ты понимаешь? В одной копилочке они все. Ох, вы жучки навозные, а. Ну что ж, давай посмотрим. Давай посмотрим, кто кого. Этого сразу с удара выносим. Пошел, как говорится, вон, щенок заморский. Давай дальше, сумчатый лев. Не пробить им ни за что, ребята, нашего Паноктуса. Не пробить. А мы просто, веселясь, их будем уничтожать. Все. Тут 31 уровень. Тут Саркастодон сам по себе вышел. 102 катаки. Ё-моё, трепещите все, да? Типа он хочет заявить. Ну, а мы заявляем свое слово. Пошел вон с поля. Вот и все. Ну что, ребята, отлично, забираем пак.
с очками доверия и со всем прочим, что тут должно быть. Вертолетная площадочка Пирораптор. И 130, точнее 260 очков доверий. Найс, найс. 4000 очков доверия, то есть мы с тобой вернули полностью все, что было у нас затрачено. Так, принять ПВП. ПВПшечку еще нам нужно. Ну, если нам нужно сделать ПВП, мы можем... Слушай, ПВП, это считается, что вот здесь, да? По-моему, считается. Или не считается, я что-то не помню. Ладно, Афиакамим, Лангозавр и... Птеродактиль. Ну, мне кажется, тут такая себе команда здесь. На высшем уровне, конечно, не прокатит, скорее всего. Ох, ёк-макарёк, ребят, нет, не прокатит. 1349, куда? Куда? Да. 30 уровня, ёп-просота, ребят, ну тут... Ну, просто распетрушит меня с удара, понимаешь? Это было, конечно, глупо. Просто с удара бамс и все, ребят. И нокаутировал. Жесть. Это жесть, ребят. Давай так вот поставим. 3892 хп. Оу. Это мне его ковырять и ковырять, ты представляешь? А это кто такой еще? Сегнозух какой-то. Ну, друзья мои, тут понятное дело, что просто надо проигрывать. Это бесполезно здесь драться. Я вот просто думаю, когда мы вообще здесь сможем пройти полностью лигу? Как вот в черепашках, занять топовое место. Вообще такое когда-нибудь произойдет? Ну, может быть, как в черепашках через 2-3 года. В лучшем случае. Блин. Мне просто хочется хотя бы перейти в самую-самую высшую лигу, которая там будет, я не знаю, там 0%, чтобы было. И уже посмотрите. Сейчас заодно глянем, у нас это считается как ПВП бой или нет. То есть у нас был один всего лишь отыгран. И сейчас посмотрим, если засчитывается как второй, то это хорошо. Да, ребят, это засчитывается как ПВП бой. Ну, смысл туда идти драться, если можно все-таки просто ПВП сыграть, да, в ПВП. И плюс вот такую вот ПВП. Раз, два, три. Давай-ка попробуем. Вот хочется мне, ребята, глянуть, что у нас из этого всего получится. Но Генодус, конечно... Блин, а Артакон-то... Что ж ты, ёк-макарёк, Рэй, не увидел, что у Артакона уровень не прокачан. Ё-моё. Так, по-моему, тут беда у нас какая-то идет. Да, ребят, беда. Обалденная беда. Фига он там бомбит. Ну, давай я Артакона позову, что ли. Ух, а что так... Что так жестко-то? Это жесткач. Это, ребята, жесткач. По-моему, здесь я тоже встрял по полной программе. Ну да, он все просчитал. Называется, неудачно у меня подобрана команда здесь, если честно. Просто неудачно. Так нифига у него, ребята, у него гибриды. Смотри, у него гибрид, гибрид. И плюс это 20-х уровней. А у меня Артакон не прокачан до 20-го. Как же так надо было лопухнуться-то, а? Ну, понятно, здесь мы погибаем. Здесь уже нам не пройти, друзья. Начали так хорошо, все так шло замечательно. И вот просто сфейлились на пустом месте.
А это кто? Синатодон, ё-моё. Ну, конечно, сейчас нам крышка будет, ребят. Синатодон. 5 атак, как раз ему. Ему даже, наверное, 4 хватит, да? 4 хватит. Но он сливает все. Обалдеть. Еще выжил время там специально, да? Эх, Генодус, извиняй, извиняй. Не получилось у нас. Не зашло, как говорится, не совпало. Что вы мне тут подсовываете? Забираем здесь награды и открываем наш ежедневный пак. Вот такая, друзья мои, сегодня вышла у нас игра. Вроде по событиям все нормально у нас получилось, а именно вот эти вот бои ариновские не особо хорошо. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!